Привет, друзья! Еще один небольшой обзорчик на мотошины Mythos. Что у нас сегодня? Попали на обзорчик C21 Mythos, желтый, и C19 с зеленой полоской. Что сказать? Протектор очень похож. То есть грунтозацепы, ну, очень похожи. Что по отличиям у них? Видно, что на C21 грунтозацепы расположены более часто. То есть, если говорить проще, вот этих вот шипчиков маленьких грунтозацепов на покрышке больше. Можно посмотреть по бокам, когда мотоцикл в повороте идет наклоненный, у нас здесь больше грунтозацепов цепляется за поверхность. На C19 боковые грунтозацепы меньше, тоньше и расположены реже. То есть из этого можно сделать вывод, что C19 у нас для более мягкого грунта, C21 для более твердого грунта. Собственно, так оно и есть. Производитель так это все и заявляет. Отсюда тоже хорошо видно, что на C19 грунтозацепы идут реже и они более тонкие. На C21 грунтозацепы идут немножко виляющие, как бы синусоидой, и они более объемные, пожирнее. Так вот, C21 для более твердого грунта, C19 для грунта помягче. На C21 у нас грунтозацепы расположены более часто, чем на C19, и сами грунтозацепы по объему жирнее. То есть на покрышке для твердого грунта грунтозацепов больше, и они более объемные, чем на покрышке для мягкого грунта. Как-то так. Вот так вот все это дело выглядит. Собственно, чем у нас еще отличается C19? На ней более мягкий корд. То есть, если покрышку пощупать, она сильнее, мягче гнется. Нужно приложить меньше усилий, чтобы согнуть само колесо. С C21, с желтым, это проделать гораздо сложнее. То есть корд на этом колесе более твердый. Насчет шипов, тоже если их потрогать, попытаться сжать. Вот так вот это дело происходит на C21 колесе, желтеньком. И гораздо проще это сделать на зеленой покрышке C19. То есть и корд мягче, и грунтозацепы. Состав, компаунд более мягкий. Как-то так, друзья. Будем для вас продолжать пилить видео. Если что-то интересно, спрашивайте. Будем стараться ответить на ваши вопросы.